Целый волк. Целый, целый. Сладный, плесладный. Всем здравствуйте! С вами снова GameBomb.ru и я Remix. И сегодня мы с вами поиграем в игру от Telltale Games, которая называется Волк среди нас. А именно эпизод 2. Дым и зеркала или что-то такое. Не обольщайтесь по поводу русского меню. Второй эпизод у нас сейчас не переведен на русский язык. И еще будет довольно долго переводиться, поэтому сегодня с вами будет гнусявый синхронный русский перевод. И начнем играть второй эпизод. То есть во втором эпизоде русского языка не будет. Итак, стильненько окошечко загрузочки. Чух-чух-чух-чух. Лепесточки. Отправляемся в Fable Town. На комментарии в Раши я отвлекаться в основном не буду, так как тут нечего обсуждать. Просто смотрим, слушаем, говорим. И играем. Первый эпизод был довольно, так сказать, очень эффектным. А концовка дек вообще была прям челюстно отвисающая. Мистер Жаба. И это у нас все еще загрузка идет. Дун-дун-дун-дун. Да. На моем древнем ПК. Игра грузится вот так вот. Сделай что-нибудь, Бигби. Пока он здесь все не разнес. Дун. Да. Классно. Бах. Тормоза и лаги. Эй! У тебя что-то на лице. О чем ты говоришь, ты тупая? Вот это вообще сору. Ты не такой плохой, как все говорят. Пожалуйста, Бигби. Пообещай, что ты не скажешь чудовищу, что ты видел меня. Послушай, что бы у вас там ни было, это между вами и чудовищем. Это не то, о чем ты мог бы подумать. Ты не видел мою жену? Ты красавицу не видел? Неа, не видел ее. Идем со мной. А, вот это вообще шокирующе, представляете? Нет. Не прерывайте меня, мисс Снежка. Вы задали мне вопрос. Не меняйте предмет. Это вы сам виноваты, мисс Снежка. Нет, я Ди. А он Дам. Ты сейчас же скажешь мне, что здесь случилось. Папа! Я ищу лесника. Ну, его здесь нет. Холли, у тебя кончились бумажные полотенца. Они меня шинкуют, Бигби. Все очень плохо. Это очень-очень плохо. Но я этого не делал. Итак, у нас 100 баксов за первого, кто мне 100 баксов тому, кто скажет мне что-то о девушке по имени... Ходят тут вонюхают вокруг. Не так ли, Бигби? Теперь вещи еще хуже, чем когда-то было. Нет, это не так. Да, у нас бывало и похуже, но не настолько. Да, тут и графика селшейдинг, все дела, то есть очень похоже на Borderlands 1, 2 и все такое. Это сейчас нам показали, что случалось в первом эпизоде. То есть это маленькая предыстория. Злой, страшный, серый волк. Если вы не играли в первый эпизод, то вам лучше не смотреть, что происходит здесь. Мистер Волк. Чё? А, о, голова. Вы усложняете это слишком сильно. Если вы будете сотрудничать и отвечать на вопросы, вы сможете пойти домой и немножко поспать.
Как вы себя чувствуете? Я знаю, что это была для вас долгая ночь. Я разозлен. Я сейчас просто дико зол, если честно. Я бы хотел разнести все в этой комнате. Это угроза? Зависит от того, насколько вы любите свою мебель. Я не думаю, что это было смешно. Если вы думаете, что я должна засмеяться. Слушайте, я знаю, через что вы проходите. Серьезно, знаю. Пошла нахер. Бигби, я всю ночь опрашивал людей. И значит, это не первый раз вы слышите это сегодня. Может, вам воспользоваться этой подсказкой? Так может, вам заткнуться и начать рассказывать? Я пытаюсь помочь вам, Бигби. Да. Анимация все такая же шикарна. Что с вами копами такое? Все время хотите понравиться людям. Я знаю, что это должно быть для тебя сложно. Да неужели? Откуда тебе знать? Если когда-то твоего друга убивали, оставляли его голову на твоем пороге? Нет? Я так не думаю. У вас кровь из носа течет. Что-то нехорошо. Вы в порядке? Вы плохо выглядите. Детектив Бренниган? Я детектив Бренниган. Да, я знаю. Я только что это сказал. И здесь что-то не... Вы это слышите? Пожалуйста, пожалуйста. А, блин. Там тоже люди. Простите, просто... Просто остановите это, пожалуйста. Это тоже было, конечно, неприятно, но что случилось? Все вырубились внезапно. А, понятно. Мы должны идти сейчас. Что вы сделали с ней? С ней будет все в порядке. Просто почистили ее воспоминания. Вся станция запомнит, забудет последние 24 часа и все, что они видели в Удленде. Так что поторопись. Да, суровое заклинание. И забрав фотографию на память. Отрубленные головы подружки. Да, сурово. И опять долгая загрузка. Тун-тун-тун-тун. Так, вот улица, фонарь, тормоза. Да, просто шикарно. Вот что значит медленные харды, дамы и господа. Так вот они едут домой. Наверное. Это мэр Вудланда, если кто не помнит или не знает. Наверное. Руководитель Снежки. Да. Так, поблагодарить за поездку. Это ничего не меняет. Спасибо за бейлаут, за побег. Проигнорировать его. Да, проигнорируем. Мы нашли Твидлди. Это ты сделал, да? Я не знаю, почему ты его задержал. Он никак не мог быть смешан со Снежей. Голубая борода теперь его допрашивает.
Мы не можем обвинять без... Он на кого-то работает. И кто бы это он хотел, чтобы... Он побывал на каждом месте преступления, которое я бы слышал. Это не значит, что он вмешан в убийствах. Господи, как трудно так переводить. Я знаю, о чем ты думаешь, Бигби. Это была длинная ночь и срезанное утро. Я тоже и по ней уже скучаю. Это да. Первый эпизод был шокирующим. Ты знаешь, у меня нет никаких чувств, когда кто-нибудь из нас убивает. Но когда это Снежка, я просто не могу поверить, что это случилось. Да. Это тяжело. Наши истории раньше были такими простыми. У нас было начало, середина и конец. Но с тех пор, как мы переехали в этот ужасный город, все стало таким запутанным. Она подсказывала, о чем она могла думать? Ты последний, кто ее видел. Не знаю почему, но я хотел бы думать, что она была в порядке. Я не успел прочитать все варианты, потому что тут очень быстро надо. Я просто хочу убедиться, что она не собиралась искать неприятности, вот и все. Я не знаю, что еще сказать, Бикки. Мы должны покончить с этим. Уже за было два убийства за много дней. Скорее всего, скоро будет еще одно. Я сделаю дело. Пожалуйста, Бигби. Для мисс Снежки. Я понял. Загрузка. Да-да-да. Так вот, мы вернулись домой, в Вудланд. Но почему-то не показывается слева. Это не очень хороший ответ, да? Ну давай же. Просто скажи мне то, что я хочу знать. Это сделает это более-менее болезненным для тебя. Ты планируешь это использовать? А я просто думал, что тебе действительно нравится полировать свой маленький меч. Что это вы тут делаете? Привет, Икабот. Шериф. Синяя борода. Я просто разговаривал с нашим новым другом. Ты же должен был дождаться нас. Никакого насилия. Как скажешь, Икабот. Привет, Бигби. Я хочу ответов, Ди. О, боже мой. А я думал, ты хотел вопросов. А я не мог придумать ни одного хорошего. Например, как твоя голова? Видишь, чем имеешь? А я и рад, что у тебя есть чувство юмора. Я надеюсь, что это значит, что ты будешь сотрудничать. Белоснежка мертва. Слушай, я никого не убивал. А я просто должен поверить тебе? Ты был со мной, когда это случилось, тупица. Все равно у меня есть вопросы к тебе, Ди. Кажется, как личная проблема. У него больше опыта в этом деле. Я знаю, что я видел тебя в апартаментах Веры. Что ты там делал? У девочки был кондиционер. Ну, типа, он зашел туда погреться. Охладиться, точнее. На! Ударить его выбрал вариант. Так, Ди. Давай узнаем друг друга получше. О. Так, что-то тут показать фотографию. Тут частично перевод из прошлого эпизода присутствует, поэтому... Показать фотографию Ди, положить ее обратно. Что это у тебя там? Немножко подтяни момент, чтобы он понервничал. Смотри.
Черт, Бигби. Не заставляй меня смотреть на это. Просто убери это. Пожалуйста. Снежка была убита, Ди. Она была важна для меня. Если ты знаешь, кто это сделал, ты должен сказать мне. Я не знаю, что сказать тебе. Ты трясешь не то дерево. Я не знаю, кто это сделал. Просто скажи мне, что ты делал в апартаментах Веры. Послушай, Бигба, мы не друг против друга. Мой брат и я пытаемся добраться до сути, как и ты. Твой брат. А где он был прошлой ночью? Я не мог сказать. Он мог быть где угодно. А ты угадай. Он не делал этого, если вы об этом. Так где он? Нет, я не пошлю вас за своим братом. Послушай, я ответил на твой вопрос. Можно мне мои вещи обратно? Что ты на него нашел? Вообще-то не особо ничего. Так, это сигара Ди и деньги Ди. Ты всегда так много денег носишь, да? Мне много постирать надо, а тебе-то что? Положи деньги на место, при кармане деньги. Я бы лучше положил это на место. Да, это... Потому что нас в прошлом эпизоде забрали деньги. Мы очень бедно живем. Бигби живет бедно. Но мы положим на место деньги. Потому что я честный. Так где же твой брат? Послушай, друг, я бы очень хотел помочь. Действительно, но я не могу сказать тебе, где он. Последний раз, когда я увидел, мы разделились, а я пошел искать Веру. Я не знаю, где он. Но он никого не убивал. Ты упомянул Веру. Слушай, я пошел к ней в квартиру. Это не секрет. Ты меня видел? Нет, там что-то еще. Ты сказал, что ты пытался что-то найти. Так, Ди, как ты так как ты не ответил на мой первый вопрос, что ты хотел от Веры? Прости, не могу помочь тебе. Я больше ничего не скажу про это. Так, мне действительно очень нравится проводить свое время. Давай будем друзья, Бигби. Сигару возьмем в руки. Я это хранил. Курить чужие сигары — это как-то не очень круто. В чем смысл всего этого? Очень мило. Ну давай же, чего ты хотел от Веры? Милая девочка, как она. Милая? Ты думаешь, она была милой? Она была гребаной воровкой. Вера была разная, но точно не такой. Что же она украла? Не знаю. Просто какую-то тупую вещицу, за которую хотел мой босс. Твой босс. Тогда давай поговорим про твоего босса. Ты загонишь меня в неприятности, Бигби. Я больше не могу отвечать на твои вопросы. Да ладно. А вот так вот. На! Черт! Так значит, вот так вот будет, да? Последний шанс, Ди. На кого ты работаешь? Пошел ты! Ты кусок дерьма, Бигби. Красавица была верна про тебя. Красавица? О, мы хорошие друзья. Достаточно. Я не потерплю дикости. Я тоже хочу вернуть Снежку. Ты говоришь об Снежке? Ты же обращался с ней как с дерьмом. Всю ее карьеру. А теперь тебе не все равно? Что тебе здесь происходит? О! Внезапно. А что за фигня? И снова загрузка. Ну, блин. Ну, это было вступление, кто не понял. Сейчас мы будем смотреть стильную интро. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Волк среди нас.
The Wolf Among Us, если что. Эпизод 2. Дым и зеркала. Так, это Снежа, если кто не помнит. Что там происходило, Бигби? Избиение призников. Я думал, ты можешь себя контролировать. Я думал, ты мертва, Снежка. И это все сглаживает, да? Ой, она злая. Как это так-то? Я надеюсь, это стоило твоего времени. А как ты не мертва-то? Ладно, тебе придется объяснить это, потому что я совсем не понимаю ничего. После разговора в такси прошлым, меня позвонил жаба. Он сказал, что его сын нашел тело. Мы думали, что это Вера в то время. Доставить ее обратно было нелегко, но надеюсь, мы узнаем, кто она была. Я должен быть там, Снежа. Я не могла тебя найти, или кого-нибудь еще. Так что я сама позаботилась об этом. Снежа? Что такое? Я рад, что ты жива. Я рад, что ты не мертва. Я тоже. Я просто хочу добраться до всего этого. Я просто... Мне кажется, что... Что такое? Просто... Я чувствую ответственность. Она выглядела точно так же, как я. Может быть, поэтому ее и убили? Это не твоя вина. Снежа, это не твоя вина. Но она выглядела точно так же, как я. Это не может быть совпадением. Мы должны найти того, кто это сделал. И почему она выглядела точно так же, как я? В смысле, это ведь все из-за этого, да? Так что, какой у нас следующий шаг? Ты должна залечь на дно. Может, я следую залечь на дно немного, пока мы не выясним, что происходит. И что? Пока это слишком долго, это слишком опасно там. Слишком опасно? Бигби, Я больше не хочу пахать на Крейна. Я просто хочу, чтобы ты была осторожна, но... Я не твоя, чтобы терять... Да, обидно было. Прости. Я знаю, что это опасно, но я не беспомощна. Я сама могу по себе позаботиться. Делаю это целые века. Ти-Джей ждет внутри. Он был так напуган прошлой ночью, он не сможет нам сказать много. Он очень взвинчен, так что постарайся не... Себя, то есть не избить его. Да, точно. Нет, это был не клон, это была просто девушка, очень похожая на нее, которую они нашли вместе с жабой. Об этом было сказано ранее. То есть жаба ей позвонила, сказала, что они нашли девушку, они думали, что это Вера, но на самом деле это была другая, и она была очень похожа на Снежу. Это ж сказки, какие клоны, потому что... Так, это офис мэра. Ти-Джей где-то там. Не знаю, хочу ли ты поговорить сначала или после, но... До того, как ты поговоришь с телом, я хочу быть там. Бафкин, у тебя есть секундочка? Конечно, мисс Снежка. Тут... А, Ти-Джей это сын жабы. Маленький сыненок. Карты Таро. Так, посмотрим сначала локацию.
То есть это малый кусочек, где мы можем сами походить, посмотреть чего-нибудь. Посмотрим на лампу. Она была тоже в первом эпизоде. И мы ее погладим. Ничего не происходит. Жалко. Он даже ничего не сказал по этому поводу. Так. Тут карты Таро. Посмотрим сначала на них. Жалко, что они не могут разрешить убийство. Да, действительно. А если взять? Подходящий символ. А если еще раз взять? Луна. Это обычно про решение или... Нет, не решение, deception, об обмане или... Confusion, замешательстве. А про меня? Кто знает? Он, кстати, его оборотень, если кто не понял. Ну, точнее, волк. Они тут используют специальное... Надеюсь, ты сможешь найти то, что ищешь. То есть, они здесь используют специальные зелья, чтобы принимать облик обычных людей. То есть, по идее, он волк. Страшный волк, большой страшный серый волк. Как он выглядит более-менее по-своему, можно было видеть в прошлом эпизоде. То есть, он там как Халк превращался. Так, надеюсь, мы в этом эпизоде тоже посмотрим. Так, это чего? Баночка. Антоциды. Не знаю, что такое антоциды. Антоциды? Может, это для него было сложнее, чем я думал. То есть это, наверное, антидепрессанты. Антоциды. Так, это бутылочка духов. Духи снежи. Лилалоха, как это они называются. Snow White, Белоснежка. Да, тут некоторые имена переведены, так сказать, буквально, некоторые нет. То есть вот Book of Fables, книга сказаний. Это книга, где расписаны все, так сказать, сказания и существа из этих сказаний. То есть которыми являются Бигби и все такое. Так вот, тут красавица и чудовище, вон лесник и красная шапочка. И, собственно, вот это вот как бы Бигби. Вот так вот он выглядел в сказке. А это Белоснежка и семь... Ох, какие они страшные, господи. Белоснежка и семь гномов. Т-т-т. То есть это все, они встречаются в игре. Это принц... Тут-тут. Вот это вот Вера. Она была в первом эпизоде, ее, к сожалению, порешили, отрубили ей голову. Очень милая девочка была. Это ее муж, это король, там у них, короче, длинная история между ними. Это жаба. О, енот. Хе-хе. Так, барсук. Кто это? Енот или барсук? Ну, вот это жаба, понятно, кто это. Вот это... Саник без головы, а это, я не знаю, икобот, наверное, мигает. Ну, они тут, видимо, как-то развлекаются или что такое. Так, посмотрим мы сейчас на... Ну, давай, давай, мотайся, мотайся. Вот на вот это посмотрим. Сейчас, что он скажет? Похоже, что немного изменилось между мной и лесником. Как-то лесоруб. Лесник он там, вроде. Так, и вот про Белоснежку сейчас посмотрим, что скажет. Я серьезно говорил, Снежа, серьезно. Так, красавица и чудовище. А, три поросенка, кстати. Один из поросят живет вместе с Бигби. Возможно, мы увидим это в этом эпизоде. Возможно, и не увидим. Так, ну мы пойдем поговорим с Тиджеем. Это хватит тут ошиваться. А потом уже поговорим с ними. Главное его не бить. Так, поговорить с жабой и Тиджеем. Так, вот это зеркало волшебное. Так, достаточно. Мир, исчезни от меня. Жаба, что ты тут делаешь? Даже не начинай со мной, шериф. Что происходит? Я видел, что ты там делал. Это так ты обращаешься с своими пленниками. Но то, что ты делал, это было слишком, слишком, слишком. Ты напугал моего маленького мальчика. Он все видел. Ладно, мистер Жаба. Я хочу объяснение. Я просто делаю мою работу, жаба. Твоя работа — это защищать нас. Ты не этим занимался. Достаточно.
И маленький Ти-Джей боится. Мистер Жаба, я очень сожалею. Но сейчас мы должны продолжать расследование. Я с радостью поговорю о ваших беспокойствах позже, но сейчас нам нужно поговорить с Ти-Джеем. Это еще не конец, Бигби. И... Ти-Джей. It's all right. Все хорошо. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Ты готов поговорить с мистером Волком? Watch yourself, Bigby. Следи за собой, Бигби. Если ты сделал что-то, что повредит моему мальчику, okay. Все хорошо. Are you... Ты в okay. порядке? Давай вперед, Ти-Джей. Я иногда ночью хожу поплавать. Я ничего плохого не делал, я обещаю. Конечно, ничего не делал. Мы знаем, что ты хороший мальчик. Ты не в неприятности. Просто скажи, что случилось. Я был там, под большими блоками, и слышал... стуки. А когда я услышал, я должен был уйти под воду и нырнуть, и быть очень тихим, ниже травы, ниже воды. Оу. А затем я увидел... Я видел леди. Девушку. Все хорошо, сынок. Не спеши. Девушку. Упала. Но на ней не было головы. Я думал... Я думал, меня она тоже утянет. Потому что у нее были камни на ногах. И она падала в темноту вниз. Кирпичи были привязаны к ногам. Еще что-нибудь, Ти-Джей? Это правда, что ты знаешь, когда люди врут? Я слышала, что ты можешь это делать. Поэтому ты и шериф. Да, это моя особая магия. Я всегда знаю, когда люди врут. Еще что-нибудь хочешь мне сказать? Пожалуйста, не злись. Что такое, Ти-Джей? Я не оставался под водой. Что? Я знаю, что я должен, но я был напуган. И я снова вынырнул. Я не мог ей помочь. У тебя все хорошо. Конечно, нет. Не в этот раз, жаба. Так что ты не остался под водой? Я не знаю. Если кто-нибудь увидит меня... Но кто-то сказал, прекрати смеяться. И затем я напугался и нырнул настолько долго, насколько смог. Покажи, ты кого-то слышал? Почему ты об этом нам не слышал? Я не хотел попасть в неприятность. Ты слышал, как кто-то смеялся? Нет. Ты видел, кто там был? Нет, ну конечно нет. Чушь тогда. Слышал что-нибудь еще? Я не знаю. Так, понятно, он уже сорвался и больше нам ничего не скажет. Простите. Когда я поднялся снова наверх, там больше никого не было, и я побежал домой. Вот и все. Я обещаю, боже мой. Я хочу домой. Окей. Ты можешь идти. Спасибо, Ти-Джей. Хорошо, сынок. Давай отведем ты дом. Ты хорошо постарался, малец. Пойдем. Да, ходит они странно. Это было слишком так хорошо, как я ожидал. Хочешь посмотреть теперь на тело? Еще минуточку. Когда будешь готов. Так, сейчас я расскажу, почему жаба выглядит как обычно, когда кончится катсцена. В общем,
Вот это зелье способное, точнее пыль волшебная, чтобы выглядеть как человек, стоит немалых денег в Фейблтауне, и не все способны это купить. Вот жаба один из тех, который не может очень часто себе обеспечить этим зельем, порошком, господи, не знаю, я ни разу не видел, как он выглядит. И поэтому в первом и во втором эпизоде они появляются в своем, так сказать, натуральном виде. Ни разу не видел, как они выглядят в образе человеков, но вот так вот. Даже у них есть рыночные отношения в сказках и капитализм и все дела. Привет, зеркало. Hello, Big B. Привет, Биг Би. Рад тебя видеть. Что ты показывал мистеру Жабе? Синдерелла продавал ботинок. Рапунцель, розы. И, конечно, там есть ты. Постарайся придерживаться правил в следующий раз. То есть он видел, как Биг Би избивал чувака в подземелье с помощью зеркала, а не просто так. И что, может, надо чем-нибудь еще спросить что-нибудь? Покажи мне лесника, как его называют это? Твидлидум, это я вообще не знаю, кто такой. Лесник и я дрались, а теперь я хочу знать, где он прячется. А, бухает по-страшному, короче. Да, очень обнадеживает. Покажи мне Твидлидум, это я не знаю, кто такой. Твидлдам. Ему, короче, надо в сустяках говорить, иначе он ничего не покажет. А, это то есть Ди и Дам, это вот близняшки, типа. Вот это второй близнец, который ждет его в машине, походу. И все, он нам показал все, что мог, походу. Поэтому мы пойдем теперь посмотреть на тело той бедной девушки. Наверное. Но сначала поговорим с Снежей Бавкин. Бавкин — это одна из обезьян из сказки про страну Оз, насколько я знаю. Дровосек, точно! Лесник, дровосек, стопудово. Да, дровосек. Ну, Вудмен, лесник, как бы, по идее. Ну, ладно. Так. Проверь еще все, кто подходит по профайл. Сейчас, мисс Снежка. Ты готов осмотреть тело? Ну, теперь, наверное, да, готов. Да. О, боже, я почти забыл. Улики. Чего все время галстук поправляют? Пошли. Дровосек Вудман. Почему Вудман вообще перевели как дровосек? Они же в натуре были лесники. Эх. Так, подземелье какое-то. А что это вообще такое за место? Witching Well. Это что-то с ведьмами связано по названию. Ведьминский колодец, что-то такое. Ну, глубокий. Может, колодец желаний? Ну, тут что-то с ведьмами связано, скорее всего. Так, и вон там тело лежит, и голова. Что-то мне как-то не хочется туда идти. Да, да, действительно, даже сережки у них очень похожи. А. Вообще один в один одеты даже, можно сказать, одинаково. Ого. Я не понимала, как... Я не видела никогда ее лицо. Ты будешь в порядке? Ты не должна обязаться. Я хочу остаться. Я буду в порядке. Просто... Это просто немного странно. Гламур. Просто дело то, что... Гламур, это вот как раз, по-моему, так и называется. То... Тот порошок. Так, а это что такое? А, это типа... Подойти к другой стороне стола. Так, следы... Следы следов. Следы следов. Она использовала наркотики. Похоже на то. Очень серьезно.
Я слышал, то есть, что они переходят на ноги только если они использовали все вены на руках. В любом случае, это не идеальная копия твоей ноги, только если не будь смешным. Так, следы от веревки. То есть это следы от наркотиков. То есть он сказал, то, что на ноги переходят только тогда, когда на руках не остается уже места под наркоту. То есть даже сказания, бессмертные существа используют наркотики. Ну, в смысле, они не бессмертные, явно, но... Если их не убивать, они будут жить долго. Следы от веревок. Она была связана? Они привязали к ней кирпичи, чтобы она утонула. О, да, сурово. Так, я не то нажал, надо вернуться обратно и посмотреть на руку. Кулак. Посмотреть на кулак. Следы следов. Ну, Марк Трекс, они... Марк след, Трекс следы. Как бы... Ну ладно. Ее кулак сжат, так что она отбивалась. Нет никаких следов на кулачках. Может, она что-то схватила? Возможно. Да, у них мертвая хватка, так просто не раскроешь. Попробовать открыть ее кулак. Что ты делаешь? Единственный способ найти это... А, сейчас мы сломаем пальцы, наверное. Да. Боже, Бигби. Что это такое? Цветочек какой-то. Цветы? Да. Так, и с этой стороны у нас все. Идем на другую сторону. Брошь, бруч, прикольно. Посмотреть на брошь. Это странно. Я такой броши не ношу. Может, это действительно ей принадлежал? Не часть гламура. Бафкин, ты можешь распознать эти символы? Нет, ничего такого я раньше не видел. Погоди. Если гламур должен был... сделать ее похожим на меня. Может, не должен ли он скрывать эти следы? Эти броши тоже. Почему бы стоило бы изменять все остальное? Может быть, это дешевый гламур? Просто чтобы сделать работу? Ведьмы наверху знают, что они делают, поэтому это столько стоит. Возможно, кто-то делает гламур незаконно. Он технически не незаконен. Но есть же, нет же никаких законов запрещающих. Так что есть какой-то черный рынок для гламура. То есть любой может составить гламур с помощью определенных книг. Действительно хорошо совпадает. Посмотри-ка на это. Пуговицы тоже не похожи. Есть одна дополнительная. То есть это не клон, это... Специальный гламур, это который позволяет, то есть гламур это порошок, вот, про который я говорил, он позволяет сказочным существам выглядеть как люди. То есть кто-то использовал гламур на этой девушке, или она сама использовала, чтобы быть похожей на Снежку. Но сходство не идеальное, то есть тут пуговицы дополнительные, там на ногах следы не скрылись, и брошь осталась. Ей отрубили голову, потом утопили, или наоборот, непонятно. Так, вот кнопочки... пуговки. Посмотрим. Ты права. С пуговками что-то не то. Интересно. Что? Не против, если я открою ее пальто? Снежа, ты не против, если я открою пальто? Расстегну пальто. Бигби. Бигби, позволь мне это сделать. Это не манекен, просто она очень похожа с помощью гламура. О! Ты все еще в порядке? О, я надеялся, что здесь правильно себя ведешь, как здесь. Когда ты закончил избивать людей. Что вы узнали? Ее гламур был неизвестен. Дефективный. Мы думаем, что он с черного рынка. А вы должны регулировать такого рода вещи? Да. Мы должны продолжать. Карман. Так, откроем этот карман.
Что-то... духи. Точно такие же. Используй эти. Что это? Это твой парфюм. Откуда ты знаешь, какой я парфюм ношу? Этот нос не обманешь. А еще я видел бутылочку на твоем доске. Ой, на твоем столе. Кто-то подобрал это для нее. Специально. Так, кто-то дал ей инструкции? То есть, кто-то приказывал ей, что делать? То есть, ее специально так разодели. Специально дали определенный парфюм. Так, а это что? Пробочка. Я такие штуковины уже раньше видел. Она определенно волшебная. Но ведьмы обычно не создают предметы в наши дни. Я не думаю, что это мудро. Таскаться с такой штуковиной. Ты просто... Ты слишком много беспокоишься, Крейн. Что? Что-то внутри есть. Как мы это откроем? Я пока не знаю. Что-то здесь с этими кольцами. Так, и чего? Так, а где мышка-то? Ага, то есть нам надо составить картинку. Ура, пазл! Так, тут лебеди, походу, нарисованы. А, нет, лошадь. Да, олень. Лось вообще, или я не знаю кто. Олень? Что это может значить? Хоп, и открылось. О, локоны. И фотография. Локон волос. Это твои волосы. Да. Анимация лиц тут шикарная. Свернутая фотография. Это наверняка фотография Снежки. В молодости. Кто-то должен был забрать это из моей квартиры. Я заметила, что ей не хватает, но я не думала, что... Это последняя фотография, где Росс и я. Мы с сестрой больше особо не разговариваем. Кто сделал это, Бигби? Оу! Она превратилась... О! Она тролль! Да-то вы издеваетесь. Да, это действительно тролль. Это который был в баре, наверное. Да, она тролль. Можем продолжать. Кто она? Этого раньше здесь не было. Кто она, по-твоему? Боюсь, я не очень многих. Может, Холли знает, кто это? Владелица? Нет, она выглядит немножко... О, нет, что это? Это не Холли. Это ее сестра Лили. Говорили, что она пропала, но я... Я боюсь, что я пропустила это. Значит, мы должны отправиться и сказать Холли. Возможно, она знает что-то про это. Определенно еще один тролль. Мы должны идти. Вы не можете идти туда наверх. Почему нет? Слишком опасно. Кто-то пытался убить тебя. Бигби is not in charge of me. He's in charge of this investigation. That's not the same thing. Так, если Сноу хочет пойти, то я не стану ее останавливать. Но мы должны идти. Ты готова? Да. Да, троллиху теперь раздевать больше не стоит. А расследование это продолжается. Ну хорошо, что Снежу не убили. Я так рад, я так расстроился, когда увидел ее голову в конце первого эпизода. Прям даже что не хотел играть в продолжение. Но уже прошел месяц, и мы теперь знаем, что это все-таки была не Снежа. И снова довольно длительная загрузка. Вообще, игры от Telltale не отличаются запросами высокими к производительности компьютера, но... Ну, вы поняли. Так, это у нас, судя по всему... Это они сейчас. Джек, я не знаю, где он. Ты же бармен.
Вот должны быть Дарс здесь. А обычно и они есть. Но кто же знает, кто и куда они делись после... Так, и вот мы вернулись после того, как тут наломали дров. Ну же, Холли, мне нужно развлечение. Вот это подойдет. А, этих двоих мы, короче, уделали в прошлом эпизоде. Вот они поэтому тихонечко себе ведут. Я набрала. Расслабьтесь. Я здесь не для того, чтобы что-нибудь начинать. Лады. Мисс Снежа. Я слышал, что у вас было очень странное утро. Это было странное утро для всех, как я думаю. Каждый раз, когда я вижу этого парня, кажется, что он теряет вес. Он теряет вес и как-то умудряется сохранять форму. Волчонок, мой дорогой, как твои дела? Знаешь, мы только что говорили. Мне нужно поговорить с Холли. Наедине. Лады. Просто дай нам сначала секундочку. Я просто умираю, как хочу узнать о теле, которое выпало из East River. О, да все знают, что это было сказание. Твидлди только что здесь был. Ты говорил, что он... Ты уверен, что это был не Твидлдам? Нет, но он точно увидел. Крейн. Прости. Твидлди сказал, что ты арестовал его по... без всяких причин. Продержал его в карцере всю ночь, а потом пытал его. Бигби, ну же, ты... Джек, найди кнопку выключения, сейчас же. Что с вами такое? Пока вы наедине, вы говорите, как... Что и... Да, короче. Что случилось? Я устал, вот что случилось. Осталось от чего? От проблем, Джек. Джек. Что? Бигби. Два сказания мертвы. И сестра Грен. Холли. Сестра Холли. И сестра Холли пропала уже несколько дней назад, и мы не слышали ничего. Кстати, там не было никаких обновлений. Про мою сестру. Я не знаю, как сказать тебе это, Холли. Женщина, которую мы нашли в реке. Кто это был? Ты знаешь, кто это был. Если ты еще хоть слово скажешь, еще хоть одно слово. Это, наверное, Джек покоритель великанов и все такое. Возможно. Не знаю. Проклятие. Конечно, дорогая принцесса, но... Порядочки. Где были вы, когда мы рапортовали об этом неделю назад? Где вы были, когда вы нам нужны? Если ты бы хоть прислушался к нам, она, возможно, была бы спасена. Возможно, ее бы спасли, и она сломала кружку и стакан. Так, все на выход. Я не оставлю ее с тобой, ни за что. Да. Это, кстати, тоже троллиха, и мы ее видели в первом эпизоде. Холли. Убирайтесь из моего бара. Я просто хочу. Это должна была быть ты. Это должна была быть ты, и этого не случилось. То есть это ее должны были убить, типа. Вообще, я бы предпочел, чтобы троллиху убили, а не Снежу, но меня ж никто не спрашивает. Мы... Забрали это с ее тела. Возможно. Я думала, что тебе это понадобится. Я не знала, что она. Это и все еще. Она очень древняя, очень старая. Это было очень мило, наверное, я не знаю. Дисон. Грен, да. Выйди, пожалуйста, на минуточку. Ты уверена?
Так, глаз мы, кстати, тоже ему выкололи. Новый стакан. Я немного знаю о ее жизни, честно. Мы говорили не очень часто. Мы не часто говорили, точнее, так правильно. Она была потеряна здесь, в этом городе. У тебя есть какие-нибудь идеи, почему она выглядела как Снежа? Что? О, боже. Простите. Это, возможно, из-за чего? Она была шлюхой, чтобы расплатиться с долгами. Да. В конце концов... про клуб тебе сказал? Владелец Джорджи... Ах... Да. Много непонятных слов. Холли, все в порядке. Пудинг пай, да? Что ты знаешь об этом месте? Это помойка настоящая. Мы можем пройти проверить. У нас есть зацепка. Может, мы сможем отсюда уйти? Еще что-то хочешь нам сказать? Я так не думаю. Как я сказала, мы уже не очень много говорили. Все в порядке, ты была. Где она? Она в бизнес-офисе. Они беспокоятся. Придется отправляться за ней и забирать. Мы можем сами расправиться с похоронами. Я договорюсь с Караином. Это очень важно для меня. Слушайте, почему вам не отправиться со мной в офис и увидим, что мы сможем сделать? Тот клуб? Я пойду туда и узнаю, что я. Ты был вежлив с ней? Я впечатлена. Серьезно, спасибо. Все сделало намного проще это. Да, стол разнесанный. Разнесанный, господи. Разбитый. И мы отправляемся в клуб. После долгой загрузки. Опять он оставил Снежу одну. Ничему ему не научил прошлый урок расставания со Снежей. Как жаль. Ну давай уже, грузись. Первый эпизод сейчас полностью переведен на русский благодаря команде Tallmatch Team или Tallmatch. Русик вы можете найти в сети, если вам интересно. Он бесплатный и русифицирует полностью меню, субтитры и текстуры. Ждем, когда все прогрузится. Хорошо, что это не мультиплеерная игруха какая-нибудь. Да, Биг Би ездит на такси. Вот, пудинг и пирожок. Посмотрим. Клиенты, клиенты пожаловали. Оу, шериф, какой милый сюрприз. Не уверен, что я раньше тебя здесь видел. Вы всегда... Это по делу или... Я кое-кого ищу. Нахождение кого-нибудь — это наша специальность, но клуб закрыт. И это не то, что я имел в виду. Не совсем то, что... Как жаль. Наверное, тебе лучше поговорить с Джорджи. Тебе везет, он здесь. Пойдем. Должна предупредить тебя, что Джордж не любит, когда его прерывают во время работы. И он сейчас не...
не в лучшем настроении. Он там один. Он работает с одной из танцоров, но не беспокойся. Чистота — это наша гарантия, или что-то такое. Не танцоров, а танцоров. Просто в голове-то я перевел. Добро пожаловать в пудинг и пирожок, где мы обслуживаем все желания сообщества Фейблтаун. Твое воображение — это меню. Ты знала Лили? Она работала здесь? Мои губы запечатаны. Тебе лучше спросить Джорджи. Да, танцовщица. Да ёптвы, что по-твоему ты делаешь? Кто захочет это видеть? Никто. Милое местечко. У тебя есть чувство юмора. Это хорошо. Удачи. Это твое лицо, а не твоя улыбка. Никогда не улыбайся. Сколько раз мне об этом говорить? Или наоборот, улыбайся. Ты должна заводить клиентов. Это твоя работа. Ты должна хотеть, чтобы они чувствовали себя счастливыми. О, это ты. Мы закрыты. Продолжай танцевать. Я не говорил, остановись. Да ж ёб твою. Ты, оставайся там. Даже не думай садиться. Мы не закончили. Оставь ее в покое, говнючок. Конечно, как скажешь. Ну? Чего ты хочешь тогда? Хочешь немножко развлечься? Вот тебе скажу. Возвращайся после полуночи. Я смогу тебя кое-кем свести. Или, зная тебя... Она наверняка не в твоем стиле. Ты предпочитаешь те, кто... Так... Ты не знаешь меня. То есть... Know me. Окей. Тайный одинокий волк, я понял. Боже, Бигби. Да, корни, я не понял, что такое. В этом смысл всего предложения потерялся. Ладно, ладно, шериф. Я просто прикалываюсь. Послушай, я знаю, почему ты здесь. Когда ты услышал об этом? Слушай, шериф. Мы не можем позволять вам во всем беспокоиться. Мы сами о всем беспокоимся. Потому что слишком долго. Тогда ты должен знать, что Лили была под гламуром. Нет, она была загламурена, чтобы выглядеть как другое сказание. Ну и что дальше? Ты знаешь, это незаконно. Подстраиваться под другое сказание. Это незаконно. Это незаконно, пока мне не нравится это. 13 этаж никогда бы не поставил такой гламур. О, черный рынок. Как восхищающе. Это именно то, что я ожидал от такого типа, как ты. Пытается напугать людей. Но у тебя ничего не получается. Убери это от моего лица. Вот эта часть гламура, которую мы нашли на теле Лиди. Взгляни-ка, хорошенько. Она изображала Белоснежку. Почему? Ты все понял неправильно. Если вы понял, если Лили использовала особый гламур, это не от меня. Значит, для кого она это делала? У нее были клиенты, Бигби. Может быть, один из них был в этом. Много людей. Типа кого? Посмотри-ка в зеркале. В любом случае, ко мне это никакого отношения не имеет. Продолжай-ка там.
Мы здесь не закончили? А я думаю, закончили. А я сказал, что нет. Ты же за этим сюда пришел. Еще один раз. Кто нанял ее? Замахнул. А нет, черт. Эй. Убери свое грустное личико там, где я его не видел. Гордишь собой, да, друг? Гордишь своим маленьким беспорядком? Да боже ж ты мой. Отвали, Ганс. Погоди-ка минутку. Ганс, так, не так ли? Ганс, просто подбери. Подбирает и предоставляет немного мышечной силы, когда это нужно. Он не подходит к клиентам или девочкам, так что... То есть никто не знает ни о чем он не должен знать, включая меня. А почему не посмотреть? Разве нет какой-то книжки, где описаны все девочки? Нет никакой книги. А что для тебя, Ханс? Нам нужно будет поработать над твоими навыками общения. И у меня есть очень хорошая идея, откуда начать. Эй, это моя частная собственность. Скажи мне про книгу. Расскажи мне про книгу. Ты ж ничего не понимаешь вообще ни о чем. Эй, потише. Я хочу ту книгу. Кончай нести херню, Джорджи. Я хочу победить книгу, которую Ганс говорил. Ганс перепутал опять. Даже не думай об этом. Уничтожить телевизор. На! Черт возьми! Не трогай это, понял? У тебя все еще есть время просто, чтобы сказать. Прости, шериф, но нет никакой книги волшебной, которой... Очень бы хотелось, чтобы она такая была, но, возможно, ты бы отстал от моей... Ну, короче, уже не важно. Так, а что же это? Похоже на... Напольный сейф? Я не знаю. Это было до того, как мы сюда приехали. У меня нет ключа. Ударить Джорджа. Ну, больно. Тебе это нравится, да, шериф? В следующий раз я тебе отвечу. Боже мой, ты убиваешь меня, я умоляю тебя. Я заплачу тебе. Две женщины мертвы. Так перестань быть идиотом. Ну уже оставь это, там нет ничего. Да блин, надо его убить или... Давай разобьем, ладно. На! Это же танцевальный клуб. Чего же мне вечером делать, когда... Невероятно, а вот и ключик. Пошли давай. Разгромил весь мой бизнес из-за этого дерьма. Защитник Фейблтауна, чертов. Кучка говна. Еще раз. Там нет ничего, кто что тебе может подсказать. Вот книжечка. Вот, это последняя запись Лили. Так, скажи мне, Джорджи, кто же этот мистер Смит? О, боже. Подозреваю, это поддельное имя Бигби. Даже Ганс знает это. Что такое 207? Номер комнаты? Миллиметр, может быть? Это твоя книга, твоя девочки. Я же не секретарь, грёбаный. Я даю им сцену, я даю им музыку и
Они сами договариваются со своими клиентами. Не я, а девочки. Все, что происходит вне клуба, это на их совести. Прости меня, но я должен позвонить и пожаловаться твоему начальству. Алло. Офис. Дверь открыть. Ну, классно, двери можно открывать. Yeah, right. Да, все правильно. Кубик косметика. Посмотрим на косметику. Помада. Блестки для губ. Еще чего-то там. А где играет музыка, если мы бумбокс разбили? Записка. Вера, спасибо, что подменила меня сегодня. Давай поговорим, пока ты вернешься в квартиру, Лили. Похоже, они обе увидели одну из клиенток Лили. А я думал, Лили с двумя пишется. Ну ладно, нет, так нет, чушь. Так, ну мы только что. Лили. Так, здесь что-то лежит. Вера. То есть Вера — это девушка, которую убили тоже в самом начале. Которая тоже была похожа на... косметичка. А, это все выпало, наверное, оттуда. Вскрыто. Но здесь даже нет замка. Сокровищница. А здесь замок вскрыли. Так, снова на косметику посмотрите. Так, пудреницу что-то мы взяли. Вера. Да, Вера была красивенькой. Жалко, что ее убили. Простите меня. Ой, она... Я вас там слышала. Я не видела раз тут раньше. А у меня раньше не было причин сюда приходить. Yeah. Да. You're trying to place me. Ты пытаешься приклеить меня, клеить меня. Раньше меня звали маленькой... мермейд, русалкой. У тебя есть ноги? Это гламур? Это русалочка? Нет, они настоящие. Тебе не нравятся? Они мне много стоили. Меня зовут Нериса. Ну что ж, Нериса, у меня есть парочка вопросов. Конечно, у тебя есть. А у меня нет ответов. Тебе придется саму их найти. Число 207 тебе что-нибудь говорит? Я подозреваю, это номер комнаты, но где? Мы не можем говорить о работе. Это же... Я имею в виду, не можем. Эти губы запечатаны. Секретность — это гарантия. Вот так здесь работают вещи. Так задумано. Люди продолжают использовать эти фразы. Что они значат? Вот что мне нужно знать. Последняя запись Лили. Кто такой мистер Смит? Где комната 207? Я должен знать. Эти губы. Шериф Волк. Вы хотите назначить встречу со мной? Да, наверное. Okay. Хорошо. Что мне нужно сделать? Мне нужно 150. Заплатите. Хорошо, только у меня нет... Да ладно.
Подожди здесь секундочку. Нет, не 207. Что-нибудь придумаешь. Открытые руки. Вот где они встречались. Наслаждайся своим прибытием. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Пудинг и пирожок. Быстрые бабосики. Оу. Ну вот и отель, открытые руки. Открытые руки, господи, что название? Полицейский. Что-то подозрительный какой-то полицейский. Надеюсь, в этот раз нас не выкинут из окна. Отель «Открытые руки». Господи, ну что за название? Как это еще можно перевести, кроме как «Открытые руки»? Распахнутые объятия. Вот так вот. Да, классное местечко. Посмотреть на знак. Посмотрим на знак. Если у них комнаты такие же, как и лобби, это должно снизить их посещаемость. Телефон. Посмотреть на телефон. Да, им, наверное, стоит это починить. Если кто не заметил, у трубки нет телефона. Ой, у трубки. У телефона нет трубки. У трубки нет телефона. Пропеллер. Можно понять самому. Можно позвонить в колокольчик. Всегда хотел позвонить в такой колокольчик. На час или на всю ночь? Оу. Красавица. Я работаю здесь хорошо. Я работаю здесь, чтобы оплатить ренту. Так что теперь ты знаешь. Я знаю, что мне нужно было кто-то сказать. Но чудовище... В общем, это красавица-чудовище, и вот им не нравится. Так что вот твой секрет сохранится со мной. Давай не раздавать из этого слона. Спасибо, Бигби, и спасибо, что прикрыл меня в прошлый раз тоже, да. Так, что же ты здесь делаешь? А, у тебя есть ключ. Кого-то убили здесь прошлой ночью, я слышал. Жертва работала на пудинг и пай. Лили, она здесь проходила? О, да, да. Троллиха. Я видела ее, да. Ты знаешь, мы никогда особо не говорили, но... Она частенько приходит. А ты Веру когда-нибудь встречала? Или слышала это имя? Возможно, слышала, я не знаю. К концу ночи это немножко замывается именно Тара, Брэнди, Эмбер, Хизер. Прости. Так, ну и... Тидли Ди. То есть это Ди и Дам, это братья-близнецы. Я говорил с Тидли Ди недавно. Он говорил твою пасть, ты знаешь, или его брата. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money plus interest. Why take out a loan from those two? It was from the crooked man. Это было Beauty. Красавец. Ты не знаешь, насколько я был отчаянный, Бигби. Мне не было некуда было идти. Слушай, если это случится еще раз, повидайся со мной или с ней же сначала, ладно? Я пыталась. Да, понятно. Видела когда-нибудь Лили с кем-нибудь? Может быть, на работе? Иногда, но никого я не узнавала. Я здесь не очень долго работаю.
А как раз регистратуре или кому-то по имени мистер Смит? Да, здесь все мистеры Смит и Джонс или Джонсона. Но я думаю, что это все шуточки. Не настоящие имена. Ты видела Белоснежку здесь? Или того-то, кто выглядел как она? Знаешь, забавно, но... Я видела кое-кого, кто выглядел как он, но... Как она, но она ничего не видела, когда меня увидела. Даже когда она знала, что я видел ее. Так что я подумала, что это не снова и не мое дело. Спасибо. Погоди. Лучше, если бы тебе увидят с кем-нибудь или со мной, чтобы не казалось, что ты тут... Что ты тут шляешься один. 5 минут, хорошо? Увидим. Просто веди себя так, как будто я хочу тебя выгнать. Это будет несложно. Да, в отельном номере, где проститутки шляются, мы сидим вместе с красавицей из сказки про красавицу. Слушай, Бигби, я полагаю, что ты будешь составлять какой-то официальный репорт. Это хорошо, но... И мне интересно, мне... Я должна быть вписана туда? Тебе обязательно упоминать мое имя? Не беспокойся. Чем меньше мне приходится писать, тем лучше. Спасибо, я ценю это. Что ж, вот мы на месте. Какая там была комната-то? И мы там слышим. Слушайте. У-ху-ху! Так, комната номер 207. Так, может подслушать можно? Так, давайте подслушаем, что там происходит. Ну да, понятно. Так, поэтому отправляемся сюда. Потому что именно этот номер нам нужен. Комната 207. Так, и открываем дверь. И она, конечно же, закрыта. У тебя есть ключи от этих комнат? А я думал, у тебя есть ключ. Нет, не к это. Тогда подожди, Бигби. Я не могу пустить тебя в любую комнату. Серьезно, а что если кто-то? У меня может быть много проблем. Ты должна пустить меня туда. Это та самая комната, комната номер 207. Это комната, в которой была Лили. Fine. Ладно. Well, that's weird. Странно. Этот ключ должен открывать все комнаты в этом здании, но он не работает. Красавица, черт. Бигби? Как ты мог это со мной сделать? Нет, милый, пожалуйста, подожди немножко. Как ты мог поступить так? Мы же через все проходили вместе. Я... Это не то, что ты думаешь, пожалуйста. Ты изменяла мне. С ним? Нет, нет. Чудовище, я обещаю. Я нет. Я помогаю ему, вот и все. Готов поспорить. Вы друг другу хорошо помогаете. Я знаю, что здесь происходит. Это расследование убийства. Она помогает мне. Прекратите мне врать. Да что с вами не то? Она же моя жена. Чудо вообще, послушай меня, ничего нет. Я не... Эй, ублюдок. Надеюсь, я наконец-то увижу, кто ты на самом деле. Ты же говорил, что не видел ее. А ты спал с ней все это время. Я не хочу тебя бить, так что просто успокойся. Чудовище. Оу! QTE! Да что с тобой такое? Ты даже не слушаешь меня. Она моя жена, Бигби. Я же тебе сказал. А что сейчас делать? А, она, наверное, бах, об стену. Прекратите. Давай, Q нажимай в другую сторону. Картину. Чудовище. Оставь его. Это все моя вина. Пожалуйста, нет. Зверь, ты не понимаешь. А, я же нажал, блин, я откуда нажал. Ладно. Так, промазал.
Так, надо теперь в глаз ему. На. О, а зачем оба-то глазу? На. И по морде, на. Бигби, пожалуйста, не бей его. Да. С него достаточно. Бах, по морде. Так вот, это у нас Бигби такой злой, страшный серый волк. Ты все ломаешь. Она же моя гребаная жена. Черт. Что ты наделал? Бигби, посмотри то, что наделал с дверью. Ты не можешь так... Отойди, ты не хочешь этого видеть. Так, теперь дверь мы открыли. О, боже мой, боже. Не трогай ничего. Это... Лили встречала своего клиента здесь, мистер Смит, кто бы, кем бы он ни был. А затем это случилось именно здесь, господи. Прошлая ночь? Да. Я же прошлой ночью была на смене. На смене? Красавица, что? Я работаю... Так вот... Ты не заметил ничего не странного? Громкие звуки? Я не знаю, громкие звуки. Это не очень. Я никого не слышу, чтобы кто-нибудь кричал или что-нибудь такое. Ну а разве должна быть? Это обычная ночь была. Как такое вообще возможно? Так много крови. Закрой парадную дверь. И держите. Я должен быть уверен, что никто не войдет. Это место преступления, да? Просто сделай, что он говорит. Я объясню позже, ладно? Ну ладно, хоть мы его уразумили. Бигби, что за человек может такое сделать? Вот это именно то, что я хочу выяснить. Кассетный бор. Я не могу поверить. 12:00. Во всех комнатах одни и те же плееры, да? То есть во всех комнатах одинаковые кассетные плееры. Кажется, да, да. Яблоко. Что-то чуешь? Нет. Просто яблоко. Эй, и чё он его положил? Так, история бук, какая-то книжка историй. Книжка сказаний. Красавец. Что это такое? Это книжка про Белоснежку или... Или какая-то странная ее версия. Одна из версий рассказов о Вся книга про нее? Да. Что такое? Он Я думаю, что яблоко — это часть фантазии про Снежку. Поэтому мы нашли одно на полу. Ты думаешь, оно было отравлено? Нет, не было. Я бы это учил. Я просто это... Инвентарь. Это здесь, потому что они... разыгрывали сцену в книге. Да, действительно, это очень... Они разыгрывали сцену с ее... мачехой и яблоком, что очень довольно странно. Ты же знаешь, что она почти умерла, когда... когда яблоко куснуло. Она дышит? Почему она в стеклянном гробу? Это часть, где она в глубоком сне, но они все думали, что она мертва. И чё, конец, что ли? Вся книжка? Да, классно. Так, пепельница. Эштрей. Пепельница, прикольно, я не знал, что она так переводится. Это Huff and Puff. А я думал, это... И ты единственный, кто курит такие сигареты. Видимо, нет. Бутылка. Он принес вино. Классический случай. Кассета. Бедная девочка. От моего прибытия. А, для моего прибытия. Клозет. Шкаф, короче. Невероятно просто. О, вот и костюм.
Кто-то очень грубо с этим обращался. О нет, она должна быть его ножил. Он ее убил, а потом снял обратно. Нет, на нем нет крови. Должно быть, его порвали в другой раз. Что ты думаешь? Похоже, что это... Это то же самое платье, что и в книге про Снежу. Смит одевал Лили точно так же, как Снежу в книжке. Он разыгрывает сцены из книги, бедная девочка. Она не знала. Ей, наверное, нужны были просто деньги. Она могла быть... Вместо нее мог быть кто угодно. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Каждая ситуация разная. Да, действительно. Так, и... Она должна быть была так напугана. Так, где... Как вид переключить, не знаю. Так, а если цветочек можно сравнить? Да, кровать, вот... Да, сравнить цветок с тем, что... То есть цветок, который мы нашли в теле. Где ты это достал? Это, вот это было в руке у Лили. Как будто были какие-то проблемы, кто здесь умер. Что, были еще несколько? Похоже на гроб Снежи из книжки. Он воссоздал сцену ее, лежащей здесь, окруженной цветами. Мистер Смит уложил здесь Лили. Ты прав. Кровать — это гроб. Он разыграл еще одну сцену из книги. Боже, я теперь всю картину вижу. Он превратил ее в белоснежку и воссоздал всю сцену из книги. Яблоко, глубокий сон и все остальное. Спасибо. Он все распланировал. У него были все детали. Только когда это все проходит, поцеловать и разбудите. Я надеюсь, что ты скоро закончишь. Я не хочу здесь больше оставаться. Там что-то лежит. Конверт, envelope. А что за кассета-то? Фотография Белоснежки со времен. Это все фотографии мертвых девочек? Не все из них мертвы. Откуда ты знаешь? Я на одной из них. Это было снято прошлой зимой. О нет, Бигби. Это преследование. Оно само по себе не остановится. Поверь мне. Я знаю о них из первых рук. Он будет продолжаться, чтобы подобраться все ближе и ближе. Следующий шаг — это... Что такое? Это Крейн. Бах. Что-то как-то странно, что мы прям во втором эпизоде все раскрыли, можно сказать. Все преступление. То есть мы узнали, что в следующий раз волк среди нас. В следующей серии, короче. Теперь он может быть за тобой. Хорошо. Я просто умираю, чтобы наложить руки на этого отвратительного типа. Так, он смывается. Ты мне начинаешь нравиться, шериф. Ты не окончательный придурок. Очевидно, что здесь должны быть какие-то изменения. Привет, Бигби. Разберись с этим, Бигби. Или я сама разберусь с этим за тебя. Боже мой, Бигби, это ты? Та-да! Как вы отреагировали на высказывание Крейна по поводу смерти Снежки?
Вы 64% игроков согласились с ним, наверное. Как вы обращались с подозреваемым в убийстве, вы 35% игроков заставили его говорить. Позволили ли вы Снеже отправиться с вами в путешествие? Вы 92% игроков позволили принять ее собственное решение. Как вы разобрались с Джорджи Пёрджи, господи, ну ими. Вы 27% игроков ударили Джорджи. Вы продолжали бить зверя, чудовище, когда он уже упал. Вы 90% игроков предпочли не избивать чудовище во второй раз. И все, на этом конец, дорогие друзья. Мы прошли. Оу. И что это сейчас такое было? Наверное, просто титры включились. Мы подождем, прежде чем прощаться. Вдруг еще что-нибудь расскажут нам. А, ну да, все. Итак, мы посмотрели, прошли полностью с синхронным переводом, как смог. Второй эпизод «Волка среди нас». Надеюсь, вам понравилось. Смотрите запись, лайкайте, подписывайтесь, делитесь. И ждите следующих стримов. С вами был GameBomb.ru и Remix. Всем спасибо, всем пока.